Наверняка ты уже знаешь, что в Chicken Gun вышло новое обновление 3.1.0. Сегодня в ролике я тебе расскажу новые секреты, пасхалки, мифы, которых еще никто не заметил. Сейчас я нахожусь на карте Warehouse, нам нужно зайти в этот ангар. Мы сюда проходим, прыгаем вниз и смотрим прямо на вот эти котлы. Вам они ничего не напоминают? Лично, когда я первый раз их увидел, они мне сразу же напомнили игру «Мороженщик». Это хоррор в плеймаркете на телефон, и в этой игре как раз таки есть похожие котлы, где варят мороженое. Вот так выглядит котел в самой игре «Мороженщик 7», и я считаю, что, возможно, разработчик в будущем добавит скин мороженщика или моба мороженщика, или вообще что-то связанное с этой игрой. А сейчас я тебе покажу еще кое-что очень интересное, а ты поставь лайк и подпишись на мой канал с колокольчиком. Если в выборе карт пролистать до самой последней новой карты «Тюрьма», то мы увидим ее название «Prison 1», а если быть точнее, «Тюрьма 1». А это может означать, что у нас добавят вторую часть этой карты. Например, у нас есть РВП трек 1. Дальше мы листаем, у нас есть РВП трек 2. Мы листаем еще дальше и есть РВП трек 3. Это может означать, что карта и правда может получить продолжение. И знаете, это меня очень сильно радует, потому что карта вышла очень крутой. Она довольно большая, она довольно качественно выполнена. И если у нас будет вторая карта тюрьмы, это будет реально очень круто. Но не забывайте, что это всего лишь мои теории. Может быть, что-то пойдет не так, и разработчик решит, что такая карта нам не нужна. Сейчас мы снова на карте Warehouse в одном из ангаров, и тут нас ждет целых две пасхалки, два новых мифа, две новых моих теории. Сейчас я вам их все покажу. Посмотрите, у нас есть вот эти коробки, которые с короной, и это корона из Rainbow Friends. Но также это не только Rainbow Friends, это может означать Poppy Playtime, потому что Poppy Playtime производили игрушки, и тут как раз написано Sinca Toys, и возможно это что-то похожее на Poppy Playtime, да, какая-то пародия на Poppy Playtime. Я не знаю, точно это или нет, это просто мои теории, но как минимум одного радужного друга уже добавили. Мы заходим вот сюда, и здесь у нас есть вот такие вот мониторы, и знаете, что это мне напоминает? Да, ребятки, это мне напоминает на Five Nights at Freddy, 5 ночей с Фредди, вот эти вот камеры, по которым ты смотришь. Возможно, разработчик хочет добавить какую-то пиццерию FNAF, где будут монстры Фредди, Чика и так далее. Но это, опять же, только мои теории, ребятки. Если тебе понравились мои теории, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Смотри ролик, который вылез у тебя на экране, он тебе понравится. Дружище, с тобой был Китик, до скорых встреч.